Друзья, мы с семьей на даче. Длинные выходные осенние. Погода, ну, так себе. Я, значит, здесь нашла свой handmade кардиган, который я вязала прошлую зиму. Я его сюда привезла. Хочу вам показать, значит, вот это изделие, которое мне стоило не только финансовой части, ну там нити, там и все такое, а еще и здоровье мне стоило. У меня после этого кардигана были проблемы. Ну давайте сначала кардиган посмотрим, а потом я вам расскажу эту историю. Удлиненный. Здесь очень много нитей я использовала, и он получился как полупальто, но мне кажется, выглядит очень красиво. Вязала я его по интернету, нашла девочку типа стиль Кучинели, блесточки, и такой неплохой, кстати, тепленький. Теперь рассказываю, что произошло. Значит, вязала я как-то вот так, вдохновилась. Ой, все быстро купила, как села, как начала вязать. Прям вязала, вязала. Наверное, я дней за 5 его связала. А он тяжелый. В общем, все время сидела в одной позе. В итоге у меня левое плечо вышло из строя. Вот этот сустав. То есть перегрузила просто. У меня рука вообще не подымалась ни вверх, я даже к голове не могла, вот я расчесываться не могла. То есть у меня полностью отказало плечо. Все, ничего не работало. В общем, я сначала 3 месяца ждала, само пройдет. Нет, оно само не проходит. Мне пришлось обратиться в центр Бубновскому. Я ходила 10 занятий на специальных тренажерах, значит, делала упражнения, вытянула это плечо. Ну, в общем, результат, конечно, еще не полностью, но уже намного лучше. У меня, смотрите, поднимается рука, то есть я могу за голову ее завести. Вот. Так, все неплохо. Вот стоимость этого кардигана. Хочу вам показать свою продуктовую корзину, что мы купили на несколько дней на даче, что будем готовить. Давайте посмотрим. Сейчас как раз сделали нам доставочку. Так, вот, значит, курица. Центральное блюдо. Что у нас тут? Кефирчик. Ой, ряженка. Немножко масла. Кстати, вот взяла консерву тушеную. Пригодится. Так, а это хлебушек, хлопья. Для каши с утра. Ну, конечно, без сладкого вот никак. Две шоколадки, молочный горький, яйца никак, обязательно с утра. Кое-что из овощей, лук, а это, кстати, редька. Хочу попробовать салатик из редьки. Виноград, ягодки. Но это еще не все. Вот
сумки на полу. Буду отсюда доставать. Морковку сразу взяла резаную, чтобы не заморачиваться с терками. Яблочки. Мой любимый сорт. Слава победителю. Картошка молодая. Ну вот как раз курицы. Ну, конечно, икра кабачковая заморская. Огурчики маринованные. Так, что здесь? Мини-тортик. Видите, сладкого хочется. Но надо немножко, конечно, сдерживаться. Такой маленький, чтобы не объедаться. Так, что еще? Бекон. Дети у меня любят бекон. Так, молочка вот для ребенка. Такие йогурты. Сюда положу. Что тут еще есть? Так. Сосисочки, фрикадельки. Завтра для супа на обед. Делаем какой-нибудь лапшу с фрикадельками. А сегодня, значит, курица на ужин. Молочко совсем чуть-чуть для каши. Ветчина куриная, моя любимая. Очень вкусная штука для перекуса. Вот еще одно блюдо. Эти, что это? Из индейки. Такие ежики. Гарнир приготовил. И все. Так, что там остается? Еще кефирчики. Простокваша для меня. Вот. Пожалуйста, вот такая продуктовая корзинка на раз, два, три дня. Ну, не знаю, может, еще придется что-то подкупать. Но основная еда здесь. Так, сейчас помою эту речку. Очищу ее. На самом деле у меня нет никакого такого оригинального рецепта этого салата. Ну, редька и редька. Как-то дома у меня просто натирали с маслом и солью. Может быть, знаете какие-нибудь интересные рецепты салата с редькой? Ну, напишите, поделитесь. У меня так традиционно. Так, курица в духовке, картошка на плите, редька на столе. Так, сейчас тёрку найду. Я
Я ее хоть попробую. Что за вкус? Кстати, вкусненько. Почему есть такое выражение, что как-то надоел, ты мне надоел, хуже пареной, там про репу, наверное, хуже пареной репы. А редька неплохая. Редька вкусная. Ну что, натру. Так, только я не знаю, на крупной или на мелкой. Может быть, на мелкой надо? Ну-ка. Нет, наверное, все-таки крупная. А вот все-таки интересные раньше были, да, разные присказки, поговорки, прям такие оригинальные. А сейчас что? А, ты меня достал, все. И весь, и высказался. Нет, чтоб там сказать. Ты там хуже пареной репки, редьки. Очень просто стало. Так, ну что, посмотрим, как там себя курица чувствует. Ух ты! Мне кажется, она немножко, курочка подгорает. Надо сделать поменьше температуру. Ну, красота! Красота! Красота. Так, сделаю поменьше. Еще скорее. Вкуснятина. Картошечка тоже на месте. Как приятно кушать обычные блюда. Картошка, курица, редька. Ну что еще надо для человека, для ужина? Опять я вот никак к этой редьке возвращаюсь. В интернете узнала, оказывается, редька чистит печень. Да. Так что надо употреблять. Ну, конечно, наверное, не в больших количествах. Обычно я меры, ну, так себе, с мерой у меня, как наемся, а потом проблема. В общем, надо понемножку, понемножку редьку кушать.